Установившаяся теплая погода привела в боевую готовность все лесозащитные службы. К сожалению, многие до сих пор не выучили элементарные правила противопожарной безопасности. В Чувашии за сжигание сухой травы и разведение костров оштрафованы 11 человек. С конца апреля в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить в лесу костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности от 2 до 400 тысяч рублей.